этом году на премию Муз-ТВ 2011 приглашено огромное количество настоящих поп-звезд. Токио Хотел, Земфира, Араш и Хелена. Друзья, это еще не полный список. Приготовьте ваши аплодисменты. Встречаем хедлайнеров премии Муз-ТВ 2011. Звучало и отгремело, пожалуй, самое яркое событие этого года – премия Муз-2011. В зале было, наверное, градусов 40. Это хедлайнеры главной премии страны так разогрели олимпийские. Когда на сцену выходит эта группа, кажется, что олимпийский вот взорвется от криков тысяч фанатов, приехавших со всех концов. Хотел, пожалуй, самые громкие хедлайнеры премии Муз-ТВ 2011. Ребята какое-то время вообще не давали концертов и интервью, и не записывали новые треки. Но ради премии Муз-ТВ и нереального количества раскрашенных а-ля белка улиц девочек и мальчиков из России, слышах их блять, и... исключение. Мы не такая группа, которая каждый год выпускает по альбому. Мы решили взять тайм-аут, чтобы как следует подготовиться и записать хорошую пластинку. Не может не порадовать поклонниц Токио один факт. Девушка есть только у одного из них, у Георга. Что касается остальных, они абсолютно свободны и, более того, находятся в активном поиске. Специально для желающих заполучить, например, Билла в своей сети, братом раскрывает руководство к действию. Если ты хочешь понравиться Биллу, просто подходишь и целуешь его, поняла? Подходишь и целуешь, а там уже он разберется, понравилось, не понравилось.